Народ уже развлекается вовсю. А чем они? Ну блин, ты просто не успел подобрать базуку. И вот я не успел. Так что мы обходимся без веселья. Ну ладно. Отлично, у меня есть базука. Ты тут все зачистил уже? Фактически. Не знаю, может быть что-то еще осталось на... Что это такое? А, это тоже гранатомет. Ой, фак. Верните мне мою базуку. Так, буря уменьшается. Где просвет? Мы в просвете, все нормально. Так, давай поищем. Я еще с этой стороны не заходил. Так, ну ты учти, с учетом того, что это базуки и гранаты, тебя будут ваншотить к чертям собачьим. Я понимаю. Так. Не, все, я все отсюда вынес. У меня, короче, 4 гранатомета, один из них легендарный. Отлично, у меня синяя базука. Это ты? Стрелял. Я. Предупреждай. Потому что я чуть тебя базукой. Не засадил. Че, в футбол сыграем? Нет, давай дальше. Тут этот... Опа, опа, я там что-то вижу. О! Нашего друга уже положили. Пойдем спасать? Пошли. А он далеко? Нет. Пойдем спасать. Что они там пытаются сделать? Не знаю. Кто-то тут их... А, я вижу, по ним кто-то палит. Откуда? Откуда-то с 15 градусов. Убили их или нет, я не вижу. Они тут, слышишь, какие-то что-то обстроились тут? Нормально, нормально. Это же предотвращает дэмэдж. Так, вот тут вроде никого нет, зато идет буря потихоньку. Так, поднимаюсь к вам. Ты до того домика не добежал, да? Не. Смотайся туда. Если там базука... Ой! По мне стреляют! Где этот гаденыш? Я не вижу никого. Ладно. А вон, я вижу. Нашел? Да. Где? Вон, куда стреляю. А вон, куда я стреляю. На НЕ. На НЕ? А, вижу. Не, ну с такого расстояния не попадем. Ладно. Хотя вот по этим двум придуркам стой, попали. А что у нас тут делают? Умирают, вот что, следующего края. А, о-о-о-о, я кого-то вижу. Так. Раз, раз. Они сказали, что ты, короче, идешь к врагу. Я знаю! А стреляю я, наверное, по этому. Ах ты, козлы. А стрелял я, наверное, в кусты. Просто так, ради прикола. Там куча лута, кстати, и фиолетового лута. Так, опа, держись. Меня ваншотнули. Ну, блин, это ж базук. Меня тоже. Все, меня добили. Меня чувак, тоже. Это ж базука. Да я понимаю. Я понимаю, что базука. Чувак просто с упором стрельнул. Я его не успел заметить. Да вот такая же ситуация. Такой поворачиваюсь направо, и мне такая базука в табло. Нормально. Готов? Как у вас там, все норм? Да я рядом с тобой, я слышу взрывы и чуваков вижу на крыше.
Я же говорю, они там на крыше сидят. Так, я нашел только гранату. Они мне палят. Так, я слышу сундучок. Пошли. Вот там вот чувак на крыше. Я знаю. О, я нашел базуку. Аккуратнее, вот где там. Они? Они на крыше были. Оу. Нет, похоже, они уже внизу. Минус один. Красавчик. Там внизу щит валяется. Если хочешь, можешь сходить под... Сзади, 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 сзади! Я вижу. Ау, да. Чёрт! Чёрт! Ну, я пульнул в него гранату, не знаю, как он выжил. Щит. Слушай, по-моему, у тебя сильно довольное лицо, ты знаешь? Ты бы видел мое лицо сейчас? Я прекрасно его представляю с утра-то пораньше. Да. И пока еще... О, вот он ты. А ну, получай. Не догонишь. Да ну тебя нафиг, я пойду базуку достану. Так, я нашел эпический гранатомет. Я нашел менее эпический гранатомет. Так, я где-то слышу, на первом этаже тут был сундук. Ты... А, ты в другой дом пошел, да? Ну, конечно, чтобы не мешать. Окей. Блин, сплошные гранатометы. Я нашел две базуки. Тебе оставить одну? А, нет, тащи с собой. Две базуки лучше, чем ноль базук. Я пока обойду с гранатометами. К тому же у меня тут пара сундуков была. Во, базука, отлично. Легендарная базука. Нормас. Так. Так, и вот так. Угу. Я полный. Так, отлично. Так, я тоже полный, но у нас тут еще есть необчищенный домик. Давай посмотрим. У меня просто 11 патронов, несколько маловато. Надо посмотреть, что мы тут можем достать. Можем ли мы достать вообще что-нибудь? У нас полторы минуты. Опа, я вижу чувака. Где? В дом зашел. Блин, ох, как чёрт. Он меня ранил, а я его... Нифига, типа. Ползи в мою сторону потихонечку. Но он меня сейчас убьет. В упор. Он пока занят тем, что пытается понять, где я. А? Как он не умер, блин? Вот он, вот он. Я вижу! Я понял, понял. Я тебе пытаюсь показать своим телом, где он. Ты меня убил. Да? Да. Блин, сори. Ну, походу, потому что это не он меня стрельнул. Ну да, сори. Откуда Ладно. Там чувак взялся, это вообще непонятно. У тебя 40 Нормально. Секунд. У меня 40 секунд. Ладно, думаю, этого вам не хватит. Ой, блин, я базуку оставил здесь. Все, ладно, думаю, можно отсюда отчаливать. Так. Опа, 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 опа. Он тебя впалил. Я видел. Что он надвигается? Я вижу. Воу, так. Че, он двигается несколько быстрее меня, что меня совсем не радует. Бегом, 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 бегом. А! Так, ладно, но у меня есть бутылочка, у меня есть бинты. Переживем. Вау, я потерял свой один хп. Я тебя слышал. Вон он ты.
Он меня видел, интересно? Как думаешь? Не знаю. Наверное, нет. Нет. Теперь видел. Да. Где он? Опа, 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 мне там кто-то помогает. Блин, у него еще щиты. Щитак. О-о-о-о, что-то вы близко, ребята, нет! Черт. Ну, 10-е место мы заняли. Мы молодцы. Фу. Так, ливаю. Их двое. Их двое, они в одной команде, оказывается, были. Да, а чё они в друг друга стреляли? Не знаю. Ладно. Едем дальше. В тот раз я тоже так думал. Ну, ух ты, нифига тут народа! Слушай, чувак, ты сюда налетела? Да? Просто дофигища людей, да. Блин. Подожди, у меня тут звонок в дверь, блин. Я слышал. Опа, я чувака с кирки завалил. Я вот примерно тем же самым сейчас занимаюсь. Пытаюсь, по крайней мере. Мы друг друга оба убили. Или нас кто-то там завалил. Ничего за день-то сегодня такой, блин. Все просто звонят. 29 декабря. Сегодня 29 декабря. День, когда никому не удается пожить спокойно. Что будет завтра? Апокалипсис? Ну да. Оп, 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 оп. Так, я нашел эпический гранатомет. Ой, да вы жжете, ребятки. Я сам себя пострелил. Я думал, этот чувак чужой. Я в упор стрелял. Блин, на имена-то смотри. Сейчас прибегу. Держись. Правда, с учетом того, что тут есть конкуренты. Долго вам там нет. Сейчас, держитесь, держитесь, я бегу. Я из-за вас два сундука прошел. Так я, блин, я тебе говорю, я да не... Да свои, придурок, блин! Так, ты мне важнее, чем... Сзади, 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 сзади! Оу, базука! Блин, надо было пораньше начать орать. Так я как только увидел, так сразу сказал. Давай, я пошел. А, как только дадут, так я и пойду. Все, я пошел. Ого, ядри... сколько народу! Пофиг, вперед! Летим сразу в центр. Центр? Я думал, на окраину. Не-не-не, имеется в виду в центр леса. Ну, лабиринт в этот. Ну ладно, полетели. Так, все, пошли искать мне теперь оружие. Так, вот там есть какой-то дом. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Ахтунг, ахтунг! На три... Да-да-да-да-да-да-да-да-да, отлично. Так, стреляй, стреляй, не поднимай меня, стреляй! Да что ты делаешь? Что ты делаешь? Да я не могу соображать сейчас. Я... Он уже с базукой. Конкурент. Конкурент с базукой? Ну не попадись ему на глаза, значит. Это немножко нереально. Реально. Особенно если он не знает, что ты здесь. Он видел меня. Я, короче, валю эти... А, ты тут здесь? Да. Он строит... Это ты строишь? Нет, это он.
вперед. По-моему, он с гранатометом, а не с базукой, знаешь? Или это ты? Да я. Мог бы ты меня при этом не пристрелить, пожалуйста? О-о-о-о-о-о-о! Слушай, да ты его накрыл, чувак! Так я знаю. Так, я его добиваю с кирки. Умри, сволочь! Так, и отдай мне свою базуку. О, у него и щиты были! Он что, идиот их не пить? Пускай на меня отвлекаются. У меня патроны кончились от всего. Если где вы... он? Где он? На НВ, вон. За елкой. Уже не за елкой. У нас минуты 15 до зоны, так что давай быстренько с ним покончим. Я в рукопашку пошел на него. А, я пошел левее в здание, обчищу. Давай, я его пока что отвлекаю. О, я вижу там куча лута, нифига себе. Тут кто-то, короче, уже помахался. Нифига себе, тут просто... Так, ух, нифига себе, правда. Так, оставь мне чуть-чуть патронов, у меня вообще 3 осталось. Так, и тот чел нас видел, так что аккуратней. Он знает, что мы тут. Так, давай, давай пока внутрь, пока он нас не спалил. Так, тут чье-то строительство. Вон там стреляют с моей впереди. Вижу. Так, аккуратней. Аккуратней, аккуратней. У меня всего 6 ракет, так что постараемся не... Вон, я вижу. Тихо, 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 не иди без меня, не иди. Помни, у нас сзади еще один. Я пытаюсь их выкурить из-за елки. Опа, меня ранили, чувак. Я убил человека. Ныкосин, а тебя добили. Да их тут вообще мясо. Дофига. Я вижу. Точнее, слышу. Что это? Так. Так, ага, я тебя вижу, скотина. Ау! Правее сильно бери. Ха! Вот. Опа, у него была легендарная ракетница. У него есть еще одна легендарная ракетница. Так, ну... Так, и легендарный гранатомет. Отлично. Все, так, мне нужны щиты, щиты, щиты. Так, пока меня никто не видел, надо их... Все, мы вроде бы нормально. Отлично. У тебя бинты есть? Да. А, да, точно. Да, спасибо. Что свое-то ХП я как раз таки и не спалил. Решил что-то потормозить. А, здорово. Ауч.
Ну не летит. За тобой летит. Черт. За тобой. На зонтике чувак летит. Я его сейчас буду бить с этого. С кирки. Да пусть летит на чем хочет. Лишь бы он не нашел оружие раньше меня. Где он? Да я за него преследую. Черт. Так, бегу к вам, бегу к вам. Я его с кирки пытаюсь, а он с гранатометом. Тихо, 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 тихо. Гони его на меня. Или, да я не его не могу гнать, управлять-то ими я не могу. Я понимаю. Он сейчас к этому пролому в стене идет? Да, да, да. Прям сейчас кидай. Уже. Да, да, черт. Да. Ха! Добивай! Так. Так. Пошли, я там еще сундук слышал. Сообразим тебе сундук. Угу. Так, стоп, еще кто-то здесь есть. А, это ты. Так, идем сюда, здесь где-то сундук. А, вот, собственно, и сундук. Забирай. Так, ну что мы делаем? Пошли к нашим. Тихо! Это ты, что ли? Нет. Опа, меня накрыло. Где он? Убило. Сзади тебя! Вот, вот, двое. Еще один там. Где он там? Там, дальше. Я вижу. Ау! Беда. Да. Беда. Ладно. Ну, это было уже лучше, чем обычно, скажем так. Блин, надо было чуть раньше свалить. Ну ладно. Окей. Ищем дальше. Сейчас, погоди. Готов. Так, забрать награду. Прижмите противника в боях отрядов. Блин. У меня там вообще тупо ноль. Да, у меня тоже. Это надо режим игры, наверное, отряды выбрать. Да, видимо. О, базука! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Упереть все оружие, которое только могу. Ничего не оставлять врагу. У меня есть эпическая базука, бойтесь меня. Так, я, наверное, последние парочку раундов, потому что... Угу. Ну, как раз нам, думаю, хватит где-то полтора часа записи. Сойдет. Потому что дел куча. Нате вам базуку, черти. А, черт. Так, залетаем слева. А... Ты как хочешь, а я лечу на Anarchy Acres. Ну, полетели. Я лечу на ферму, я лечу на ферму. Так, и я думаю... Я пошел. Да, понеслась. Так, там еще кто-то туда же несется перед тобой, я вижу. Угу. Ну, не
чё, сейчас я его попробую. Дотянешь до дальнего дома? До дальнего нет. Так, он пошел направо эти, давай тогда... А я за... Не, прям я за вот ним? Правым... Ой, Ага. тут еще двое. Ой, здесь народу, слышишь? Да, так, быстро вот в этот сарай, на крышу приземляйся, на крышу. Прорубаемся вниз. Ладно, ты там это, короче, я нашел прорубаюсь. Фиолетовую базуку. Нормально. И фиолетовый этот, гранатомет. Ты нашел все, что полагается, давай. Ой, меня уже тут... так аккуратнее, это я, по-моему. Я не стрелял. Окей, значит, это не ты меня сейчас пытался разнести. Так, кого ты там стреляешь? Там чувак, я его... Ты его накрыл, молодец. Тихо, тут еще кто-то. Так, я забрал его оружие. Где этот козел? Кто тут, блин, гранатами валуется? А, вон он на крыше. Ау! Ой, сзади, меня, сзади, 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 на 100, на 330 я там. Умер. А, ты умер? А. Все, ладно, меня накрыло. Уходим.